Всем привет! Присоединяйтесь к нашим утренним тренировкам. Сегодня выполним растяжку для верхней части корпуса. Итак, первое упражнение. Возьмите руки в замок за спиной и выполните 10 наклонов вперед. Теперь упритесь локтем в стену и выполните 10 разворотов корпуса. А теперь потянем плечи. Руки отведите максимально назад и задержитесь в этом положении на 30 секунд. Потянитесь грудной клеткой вверх, немного отрывая таз от пола. Выполните упражнение 15 раз. В конце нашей разминки немного отдохнем. Укладываемся лопатками на небольшую подушку и расслабляем тело. Выполняйте разминку каждое утро вместе с нами. С вами была Алена Останина. До встречи!